Добрый день, сегодня у меня не распаковка, у меня сегодня такая рубрика «Проверено временем». Вот этот фонарик, фару для велосипеда, я заказывал ровно 4 года назад. Он до сих пор работает, хочу продемонстрировать. Такой фонарик, у него, я не знаю, какие-то параметры, ссылка будет в описании, 606 тысяч люмен, 3Х, ну, светодиодный, используется как для передней фары. Сам он проработал 4 года. За это время вот к нему такой аккумулятор прикладывался. Поменял два аккумулятора. Пользуюсь постоянно. Светит очень ярко. До сих пор работает все. Единственное, сломался крепеж. Но я специальную крепеж купил. Захват для него. Я вставляю его. В багажник кладу аккумулятор. Светит он очень и очень ярко. Тут 4 режима, и даже 5 режимов. Сейчас я их покажу все. Здесь вот у него индикатор заряда. Когда зеленый, значит полностью заряжен. Можно даже не думать о зарядке. Вот. Проходит время, начинает краснеть. Следует уже подумать о замене, о зарядке аккумулятора. Хватает его. Ну, месяц заряжаю, когда смотря как езжу. Бывает раз в месяц, бывает два раза в месяц. Не часто. Тут 3 вариант освещения. Продемонстрирую, как он светит. Вот 3. Тут диодика. Очень мощный. Так, в комнате абсолютная темнота. Вот первый режим. Второй. И третий. В описании указано, что светит до 20 метров. Кстати, подтверждаю. Освещает очень хорошо. Единственное, что по тротуару, когда едете, лучше его выключать, глаза сильно бьет. Вот четвертый режим мигания. Зачем, я не знаю, здесь он в данный момент нужен для велосипеда. И если нажать кнопочку, подержать, у меня не всегда получается, там есть еще такой вот режим. Вот, еще такой режим есть. Если так вот придерживать ее. Ну, не знаю, насколько он актуален, сколько он нужен. Покупал я его 1200. Покупал за 1200. Сейчас он где-то 1700 стоит. Ссылка будет в описании на него. И на продавца пришел очень быстро. Ух, я помню, я был вообще в шоке, как он быстро мне доставил. Так что товар этот реально проверенный временем. Можете покупать, не опасаясь. Единственное, что можете лучше запаситесь запасными аккумуляторами. Если я найду, я покупал, ссылку в описании поставлю. Ну, довольно недорогой аккумулятор. Тут 4 батарейки вставлены. Такие, я уже не помню, как они называются, цифры. Спаяны между собой. Ну, все, ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди много еще. Хочу сделать обзор рюкзаков, у меня их тоже очень много, которые заказывал все время. Ставьте лайки.